А откуда ГП 100 у шамана? Ясно. А, счета, все, понял. Я думал, ты про ГП нахуй не дашь. Сука, ты пиздец. Наоборот, зацепись. Твой косяк. У меня их нет, к сожалению. Кого нет ног? Конечно, был. Да. Всех видал. Все тоже посох этот на СПДшный хотят. Получше. Не-не-не, у меня он есть. Он есть. Забрал же в прошлый раз. Он забрал в прошлый раз. Вот сейчас тапочки, если выпадут, то заебись. До этого я последний раз их уступал Эль Нурио. Уже чувака даже в гильдии нету, блядь. Ну вот фокус такой какой-то тоже мутный типочек. Ну то есть он, короче, сейчас, я так понял, там это в приоритете, да, ну на шмоточку. И потом хуяк сливает оттуда. Не-не, в другой гильдии. Ну вот, короче. Ну такая, да, тема, короче. Он там сейчас ждет, там хуяк свой, ну, хуяк свой, ну, короче, лутает шмоточку и покидает гильдию. Ту. Ну, грамотно, наверное. Потом другая гильдия появится, там еще лучший друг там будет, и хуякс он уже там. Я охуел, блядь, топ-1 приз по ДПСу был, блядь, в дарках, но... Никто, блядь, обоймать. Где-то в конце списка болтался, да? Там же, короче, ну, пока, может просто взять и нормально. Пока ты, короче, и нихуя не топ, блядь, и даже там близко не подходишь. Я ему уже говорил. Пока, блядь, что ты, короче, только людей напрягаешь нахуй своими высерами постоянными, блядь. Так, чел, мне похуй абсолютно. Ну мне тоже, ну, блядь, похуй, нас это просто, больше, я тебе просто говорю, как это выглядит со стороны. То есть я сейчас. Это мешает рейду, то есть он начинает всякую хуйню нести посреди рейда, блядь, во время пула, еще какого-нибудь залупа, то есть это мешает. Ну, просто, ну, ты считаешь, что там у тебя там где-то ты там был топ, тебя тут в попу никто целовать не будет. За то, что там где-то... Что, дальше лобок чистить или что? Тренируй пальчики. Пожалуйста, суманите ПС, суманите ПС, блять, вот реально путь не знаю. И вот на полном серьезе, серьезно. Ебать, вы у меня бегаете быстро, капец. Сначала в комнату забежали, а потом обратно пули выкинули. Как в мультиках. Ну тебе, короче, посох не сильно нужен. Да, блядь, я не знаю, что делать. Ужин дамажить буду. Я вот уже злобного передамажил. Сейчас я тебе покажу. Только это бой. Ты же зуломан по КД ходишь. Это злобный ходит по КД. Не по КД, не надо. Ну, а ты, ну, да, злобный в ДИСе? Да. А ты вот, вайп-отряд откуда дискорд знаешь? Ты там все время спамишь, блядь. Как-то ходил с ними куда-то. По-моему, в ЗАГ как раз и ходил с ними. А может, у меня второй может знать. Куда-то, короче, ходил с ними. Он я во всех дискордах, у меня есть спамлю.
исключение хил и танк. Можно. Плюс уже нога наша раз сюда пришла. А из присутствующих кто-нибудь бегает? Попробую, короче, блять, на телефоне 6% осталось. В чем бегает? Ну, это уже к вам вопрос, в чем? Просто двоечку, арену. Ага. Ты просто первое слово проглотил. Заядлые ПВЕшники. Бля, мужики, суманите, пожалуйста, вот. БТПС, вот бьем, я бьем, реально бьем. Не знаю путь. Давай, бля, я помню. Сейчас убьем. Я помню, Саня, что тебя нас умыли. Сейчас. Дорога дальняя. Да. Короче, походу похуй. Еще как-то графический кретинизм. Ну и обычный кретинизм, короче, да, такая тема. Вот. А, так Саня, нихуя придумал то, что ты стоишь здесь, а у Норика, что ли? Да. Бать, так, наверное, надо... С правой стороны, с правой стороны здание, там, подвал, прям с угла. Блять, а чё бы угорал, что ли, очень, блять? Говорю, как есть, нахуй, не знаю, блять, уже там третий раз, блять. Ну, такая хуйня, ну... Не, ну бывает. Не, на самом Сань, деле, тебя, кстати, тебя сюда постоянно искал, суммонили, что ли? Блять, я эскейп там случайно нажал. В науке был. Не, типа, прям вообще, ну, прям... дорогу, сколько ты здесь был, тебя суммонили. Что ты ни разу да. пешком не пришел, блядь. Да. Меня так с Никсией долго было, я вообще в душе не ебал, где она там, в каких топях там уходит. А где... А где ЦЛК находится, подскажите мне? Ну, блядь, ну Биг Дэм, ну это, блядь, будь, ну, жестко. Меня туда постоянно суммонят, я хуй знаю, где он находится. С задней стороны Долорадо. Причем с какими хуйнями даже как-то суманули, я как-то вышел, думаю, так, ага, все, баг забыл опять, ну. Не знаю. Покусирую, писал, что тактику не знает. Пока у мага в аркане кастуется вспышка, когда у него хосты больше 1200. 1,6. 1,6? Ну, у меня 1,6. Вспышка, да? У меня 951 хоста и 1,6 вспышка кастуется. А, я сказал, постою. Не, я вообще в БМ не хочу прям. В БМ не хочу в миле стоять. Вот, тебе придется кого-то искать, у меня вообще теперь вообще не грузит. А вот я у вас двигаюсь как-нибудь? Бегаешь. Да, бегаешь. Давай я тогда в РТД. Так, Слава, ты правильно понял, что я не в миле зоне на ханте, все верно? Да. Только поезда будет... Ты да, куда-нибудь в стену встань, чтобы нам конфликтом потом от тебя не умереть. Погоди, не пуляй, я второе окно закрою. Я могу в миле встать. Ну, Валентаса обратно.
У меня все на месте бегаете, короче, вообще не понятно. Ну прикольно, у меня не было гейзера. Повезло. В контакт сбегитесь, пожалуйста. Так я выпрыгнул вроде. Вопрос, я мертв? А я что, живой еще? Ага. Так он хилит. Берегите. РДД. На РДД. Это не люди. Берегитесь. Что-то там что-то убивать некому, по-моему. Я убью его. Один убью, блять. Бегите или умрите. Берегитесь. Вот такая же фигня. 362 хп стою. Хэл, умри. Да. Не подходи никому. Да, да, бью чё. Биг Дэм можешь, Биг Дэм добьёт.
все у меня разлагало. Надо было один стрим просто посмотреть. Время переждать. Сказал, что стримчик надо подрубать тебе его. Я вообще смотрю, ебать. Я там вроде мертвый, но я, блядь, живу. Че, мне так же в миле? И... Дайте хантам кулак, пожалуйста. Ну так я в рейде. Вара раскол ебануть, и нет хоть один. Надо пестить поезда, похоже, я так думаю. Нет. Или умрите. Вы умрете. Берегитесь. Я нечаянно. Нечаянно, говорит. Вот тебе держи. Пойдет. Блять, в оправдании Веста скажу, что он раз третий, четвертый здесь, по факту, а так. Поэтому... Не, подожди.
Первый луч всегда зеленый вылетает, правильно же? Нет. Нет. Все, значит, все. Расскажи, Войт, на туре. Нет, ну, просто прошлый раз вообще ни разу. Поезда, да, да, да. Он био отошел, по-моему, писал. Пизда коту Ваське. Что это за забвение? Забвение вот это, на 6 секунд вообще как, ну, это, глушеный ходишь. В тупнике, ну. Ну, откуда, как его не поймать? Это не надо перемещаться. Вот ты когда бегаешь, на тебе стаки стакаются. Вот смотри в дебафы. 3 стака стан. Не, это хуйня. Так надо, по-моему, вообще с обоих лучей выходить. Со всех, конечно. Не, я понимаю то, что кто-то поймал противоположный луч. Ну, из них вообще надо выходить. Бегите или умрите. Метка. Давай, Ланс. Да подъебал он то босса, никто ничего не делает. Он же не кливает. Сокрушающий. Он не знает еще вроде. Я пишу тебе в чат. У меня подлагивает. Я тебе 2 раза написал про это. И кроме этого, я не знаю, почему я умер, я спросил. Нету бабла, я сдохну. Бегите или умрите. У меня крылья были просто. Берегитесь. Набирайте рейнджу уже, РДДшники.
Я понял. Там еще пара человек. Беги, малышка, беги! Метка. Берегитесь. Бля. Берегите или умрите. Берегитесь. Да, ну, да, и щитовал, я же ты тут видел, у меня все щиты в КД были, все. Я только успевал этот хуйню, эту молитву кидать, а если буду стоять и исповедь кидать или флешку кидать, то там, вот сейчас вот сан словил из-за этой флешки и исповеди, чтобы захилить рейд, вот и все. Да, вообще не проседает у меня этот приз. Я вот все, все, всех захиливаю, у меня вообще вот мана на фуле. По поездам все вообще прям просто надо в сторону смотреть, этих поездов откуда. Какие появляются первые, от них упрыгивают, все. Кто из паладинов и шаманов будет делать хила? Берите на ус. Все, на собаке я прям вообще все понял. Да я бы и Вильяма взял этот делать. Топор. Пидерская. Но у него там крит скорость маленький слишком. Да, это плохо. А, да? Ну, как альтернатива. Да, там по 20, по 30, короче. О. Ну, а на том же этом с лича там по 60 будет крит скорость. Понял. То есть, как альтернатива временная, возможно. Ну, у меня такой же топор, только 258 просто. А что с босса-то упал? Там что, ролик-то? Мне не надо. Что там вообще было? Топор хиловский. На тебя ничего не интересно. Не было, Саня, не было. Я же тебе сразу сказал, ничего интересного для тебя. Башка ткань. Говнище всякие. Вот, просто приходишь, блядь, каждый раз, блядь, люди тупят. Вот первый рейд, он еще посильнее идет. А во второй, потом это к вопросу, почему люди не приходят во второй рейд на твинах, потому что они не хотят здесь сидеть 2-2.5-3 часа. Лучше здесь сидеть, что? Чем в ЦЛК, ей-богу, блядь. Ждать, пока, блядь, люди нахуй раздуплят, что им делать. Тут, ну, не тот теннис, тут один тупит, блядь, все вайпаются, один тупит, все вайпаются. Тут не получится, нахуй, завагонить просто, чтобы вы сдохли и за вас убили. Слава. Там видел, Синтек написал, короче, что он без Дискорда, у него телефон сел. Сука. Бля, я не помню, а что у меня есть, нахуй. Чат. А, нет, это же саванна. Для, да, для мага, наверное, самый раз. Да, я бы забрал. На фроста. Слушай, совсем еще оказалось. Это кто на фроста бы забрал? Флекс. Ты ебашу, да, маги в ПВЕ сейчас до сих пор? Да, ебут. Ну и файры ебут. Арканы сейчас понерфят. Скрин есть уже, нерфа. Че, типа, уже понерфили. Ну и жестко, да? Еще раз понерфит. Я говорю, там, блядь, сидят нахуй. Такие, сука. Сначала апают, потом нерфят, блядь. Да, вроде 2-1. А, подожди. Да, 2.
Сейчас пойдет эта вся хуйня. Тут нахилил. Сейчас после Нового года эра Т5 начнется, там по-любому классов мусора пустят многих. Да, каких-то сов. Подымут. Сов, престол. Да, престол, сов. Сов-то за что? Короче, под этой... Подожди, под этой херней, вот, короче, наверное, то, что есть, 4200 сейчас. Понял. Че вы там, СПД меряетесь, да? А тут туда за счет СПД считайте мне. Слава, я маг. Когда сдавать? У меня силы 3300, у кого больше? Там обмены, да, летят тебе войд, я не могу дать. Понял. По сейвам распредели. Ну, это да, на первом вихре Маздан. Забери, 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 забери. Берегитесь. Сверху. Черный холд пойдет. Скажите, как геру дать? Притон. Притон. Геру уже можно. Давай. Блять, нахуй бублики так срёте-то, блять, по-конченому просто. Сейчас, но не подойти. Вместо того, чтобы босса бить, блять, сука, из бубликов убегаешь.
Бегите или умрите. Запа, блядь. Этот посох, он вообще уже не падает. Так это кольчужный запа. Да? Хорошо. Нет, ткань. А, это пояс. Тканевый запа. Опа. Ой, заебали, блядь. Вы что, не видите, что ли, на вас бублик? Там же вообще пиздец все видно. В дебаф ну, посмотрел, да. Там хуйня 4 секунды, блядь. 3 минуты. Стоповый выпал на хилан. Стою, бью, блядь, на мне бублик, блядь. Отхожу в сторону. На мне опять бублик, нахуй, сука. Я думал, может, я что не вижу, блядь. Чекаю у меня, вроде, все, блядь, нихуя на мне нет. Ну, точно такие же запы сейчас в десятке выродил алпами. Ну, Дианс, если сильно надо, пусть забирает. У меня есть как бы одни. Я хотел. У меня просто 258, я их не собираюсь. Бери, бери, бери. Отдавай ему. Да это Хиловский будет. Пускай ролят тогда. Да ты их обоих хуесосил, может ролят пускай. Злобному отдай. Так, они престовские, какой злобный ты чё, брат? Да, нужно. Только за ним хожу уже какое время. Зарю. Ну, я не знаю, что у меня там есть. Я вот сейчас сегодня дерево проверю. Это на хамта. Кому-нибудь грудь это. Ну да, это с пробивкой. Это Войд, пусть Авилаша, короче, бочинкой к рейду. А этого. Кто забрал запы, нахуй, шипешные? Вот. Кольчужные были. Сегодня друляли, линканул тканевые. Какую ню линканули, да, я тоже видел. Их не было, братан. Я понял. Это, скорее всего, я случайно с десятки линканул. Но. Я понял. Ну да, 258. Но запы нихуёвые были. Ну вот я их выролил у шупы и переделал на себя. Слава, тогда анонс эфир. Потому что могу диспылить, могу не увидеть. Цель запомни просто и все, увидишь каст. Протяни вперед. Берегитесь. Отвернись. Вы умрете.
4. Берегитесь. Там кожаный пояс восполняет что-то. Это ману. А, не, нифига. Сила заклинания 65. Нет, если друидам... А, ну у нас танк нету. Не нужна, я на БМ заберу. БМ, кстати, хуйня гоняет. Да ёбаный сыр. Значит. Приятно дамажить, когда в рейде ходят ДКшников, нету всяких. Для чего это надо кому-нибудь? Это на хила. Хас, Критас, куда?
Плечо. Всем счастливенько. До завтра. Че, Рыску не пойдет? Не пойдем уже? Я рерольну его, я ШП собираю, ты знаешь, меньше П. Я с таким же успехом могу рерольнуть. Ну как бы оно плюс-минус, оно урон дает, но понятно, не топовая чарка. Азиок. Давай паролем просто, может. У меня 500 баджей толкорода будет. Пинскрин. Это и потом, да, да? Давай мы просто ролл кинем с ним. Кто выиграет, тому я давай, да и все, господи. Кинь скрин 500 баджи, так ты дохуя хочу по цифру посмотреть, как это выглядит вообще. В смысле, как обычно. Просто вместо твоей циферки, циферка 500. Ну скинь, заебал, что нет-то. Так же, как 50-й шаман, скорее всего. Ну, наверное. Песо, у меня так было.